Всем привет от белых медвежат на Черном море. Сегодня мы разберем самые популярные вопросы, которые нам задают наши уважаемые зрители и подписчики. А отвечать на наши вопросы будет главный зоолог сафари-парка Елена Миловидова. Здравствуйте, Елена! Мы все уже знаем, что медвежатам дали клички, мальчика назвали Ермак, а девочку назвали Арктика Аврора. Интересен возраст медвежат и сколько они весят. Время летит быстро, и медвежатам уже 4,5 месяца. Весят они уже 23 килограмма, и каждую неделю они прибавляют еще минимум по 2 килограмма. Что любят кушать малыши? Кушают они уже за обе щеки и мясо, и рыбу, творог, яйца, обожают сало, но все еще с удовольствием запивают все молоком. Сейчас у них как раз зубки меняются уже на коренные, и они с удовольствием чешут десна, вгрызаясь в морковку и яблоки. Как часто они бывают на свежем воздухе? Могут ли гулять самостоятельно? Малыши хоть и подросли, но все еще нуждаются в постоянном присмотре со стороны сотрудников. И хоть в игровой они уже проводят время самостоятельно, но прогулки выходят только в сопровождении своих приемных мам. Один из самых популярных вопросов – когда у медвежат появится свой вольер, чтобы посетители могли на них полюбоваться? Сейчас малыши как раз готовятся к переселению в свой собственный вольер в комплексе «Белого медведя» и регулярно ходят туда на прогулку в сопровождении сотрудников. Но уже совсем скоро, убедившись, что малыши себя комфортно чувствуют на новом месте жительства и спокойно осваивают всю площадь вольера, уверенно плавают в бассейне, они уже окончательно переедут в большой просторный вольер, где наши посетители смогут их наблюдать в любой день. Об этом важном событии мы, конечно, всех оповестим на нашей официальной странице. Советуем вам не откладывать поездку в сафари-парк, чтобы понаблюдать за жизнью наших белых и пушистых малышей, потому что дети растут очень быстро, и уже совсем скоро из маленьких белых пушистых колобков вырастут уже белые, большие, солидные медведи. Правда ли, что оба медвежонка останутся в сафари-парке города Геленджика? Расти они, конечно, будут здесь, в родных пенатах, в сафари-парке города Геленджика, под присмотром своих приемных мам. А вот куда лапы направят их дальше, еще предстоит узнать. Сейчас же для них очень важно находиться именно вместе, рядом, вместе расти, развиваться, наблюдать друг за другом, учиться правильно играть, учиться делиться игрушками, делиться едой, учиться контролировать агрессию, чтобы случайно не навредить ни друг другу, ни своим приемным мамам. Есть ли у медвежат любимое развлечение? Например, любимая игра у них на данный момент – это догонялки. А вот когда догонят, аккуратненько пробуют друг дружку на зубок. Но мех у них очень плотный, кожа толстая достаточно, и друг другу они при этом не вредят. А второе любимое развлечение – это со всего разбегу кататься по мокрому полу. То на спине, то на боку, то на животе. После таких буйных игр малышам обязательно нужно подкрепиться и тихонечко подремать в обнимку друг с другом. Наблюдать за ними – одно удовольствие. Спасибо большое Елене за ответы на столь интересующие нас темы. Ну а вы, друзья, не забывайте писать комментарии и вопросы под видео. В следующих роликах мы обязательно на них ответим.